Друзья, вот в алгоритме моделирования своего будущего вы должны понимать одну важную вещь. Это результат. Результат не тот, который отдаленный, к которому мы стремимся, как говорится, 10 лет к нему идем. А результат, вот шаг шагнули, что-то сделали, и вы должны для себя определить, какой результат вы получите сегодня, завтра, через неделю. В моделировании важно, чтобы мотивировать мозг, поощрение, чтобы выработался серотонин, который, как нейромедиатор, создаст более мощные нейроновые связи между нейронами, это результат. Результат – когда вы откладываете результат это на будущее, вы какой-то перспективный результат ставите, а вы попробуйте результат сделать в каком-то маленьком периоде. Я вам просто сейчас расскажу из своей собственной жизни. Я родился в семье инвалида войны, в подмосковной деревне. И приходилось мне поливать яблони. И я ходил за 800 метров за водой. Два ведра и нес. Ну, все 800 метров я не пронесу два ведра. И, конечно, результат надо было полить под каждую яблоню не меньше 10 ведер. И этот результат у меня сидел. Но я шел и говорил, вот до той скамейки дойду, и тогда отдохну. Я шел до той скамейки, но еще что делал? Два шага, немножечко преодолеть, останавливался и говорил, хорошо, молодец. Юра, ты дошел. До той березки. Опять доходил, опять два шага. Ты молодец, ты дошел. То есть вот они, результат. А когда отец заставлял меня копать большие участки земли лопатой, то я себе создавал какие-то иллюзии. Вот здесь я выкопаю какой-то замок. Вот здесь, прочитав там про Зою Космодемьянскую, я ей помогу вырваться, еще что-то. И я, выкапывая разными фигурами, получал какой-то результат. Отец подходил и говорил, ты что неровно копаешь, он офицер, может там все ровненько должно быть. Я говорю, отец, тебе результат нужен? Ну и все, придешь вечером, узнаешь, а дуракам половину работы не показывают. Но у меня в каждом участке был какой-то результат. Я кого-то спасал или что-то творила и вытворял в голове. Так что запомните, в любом моделировании нужно ставить результаты и достигать их.